Усім привітоси, обнімося. Це Київ, день та вночі. І щоб нічого не втекло від вашої уваги, пропоную одразу пригадати усе, що відбувалося у минулих серіях. А справи такі. Ксюша гуляє за ріжкою, але несподівана зустріч з однокласницею приносить їй несподівані проблеми. Ми Ваню віддаємо в частні яслі. Туди дуже складно попасть, навіть за гроші. І ми можемо замовити слово за твою ріжку, но ти повинна прийти з мужем. Звісно, що Ксюха звертається за допомогою до Боді, який спочатку погодився, але його плани швидко змінились, тому він вчинив по-своєму. Да я ж обіцяв Ксюші, зовсім забив. Але не переймайтесь, бо Ксюшу у складному становищі не кинув, як би ви гадали, хто. Прошу прощення мене за опоздання. Богдан, дуже приємно. Взаємно. А от в стосунках Яни Борисовича недовго грав марш Мендельсона. Бо довгий язик Каріни змусив Яну повернутися до реальності. Яна, я говорю правду, відкрой очі. Біня і Володькович майже впритул наблизились до розв'язки історії з Артуром. А хто там? Туди не потрібно. Арчі – це мій больний пес. Він чужих не признає. А от Аліна намагається запроторити Настю до місця, де ще донедавна була сама. Таблеточки, які врач сказав, потрібно пити по розписанню. Торжественно вип'ю таблетку для тебе, смотри. Але трохи пізніше у всю ситуацію втручається Еп, який прийшов до Насті за всіма поясненнями у цій заплутаній історії. Я моя сестра, посмотри, от фотографії. Ну, такі справи, малята. Тому пропоную одразу перейти до перегляду, бо мені вже дуже не терпиться знати, чим і як закінчиться уся ця гра в лікарню, що затіяла Аліна. Опять бросить ее в день свадьбы или что? А потом что? Попытка суицида, опять психушка. Да она этого не переживет, ты понимаешь или нет? Что ты несешь, Настя? Пожалуйста, объясни мне. Я не могу раздуплиться. Что тут происходит? Что я несу? Да ты посмотри фотографии. Ты не знаешь, кто это? Ты не знаешь, кто это? Посмотри. О ком речь? Ты что за... Что? Да нет, этого не было. Настя, успокойся, пожалуйста. Рон! Давай, Рон! Я должен поговорить с Милой. Или с Алиной. Короче, эта история под названием «Две сестры» мне вообще не нравится. Большой город, в котором с тобой. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка. Киев днем и ночью, Киев днем и ночью. Большой город, в котором с тобой вдвоем. Це Київ. Місто – парадокс. Бо тут живуть люди, які вкрай рідко можуть сказати вам, що бачили справжню людину. Адже всі ми не більше і не менше, ніби телефонні гаджети, одягнуті в красиві чохли, за якими ховається істинна сутність – душа. Проте іноді її дуже складно розгледіти. От, наприклад, про душеньку Артура можна сказати, що зараз вона самотня, трохи загублена і навіть налякана. Доброе утро, Афанась. Давай, вставай, нас тут великі діла. Ти чо? Ой, Арчі, схоже, що тільки кращі світи вже чекають на Афанасія. Фу! Єдине живе существо, з яким я мог тут поговорити, і то здохло. Артуре, це знак. Добра у свою хату, тобто сарай. Не чекай. Доброе утро. Доброе утро. А от і нечиста, тобто урочиста, мить сніданку. А я вас завтрак приготовила тебе. Спасибо, но я чого-то неохота мені. Що значить неохота? Я старалась. Меня очень настораживает такой шикарный завтрак, особенно после вчерашнего разговора про мое убийство. Не, спасибо. Я к Афанасию не тороплюсь. Ой, плохо, тошнит немного. Ты уверен? Я ж чувствую. Давай тогда чаечек, он все исправит. Это старый проверенный способ. Давай. Да нет, спасибо. Давай, давай. Тебе сразу же станет легче. Ань, прости, если я сейчас что-то выпью или съем, мне реально блевану. А может, салатик легенький? Если тебе говори, мне легче станет, я обязательно поем. Ну, спасибо ладно. Тебе большое. Мое дело предложить, Артур. Эх, шкода, звісно. Впевнений, що Афанасій був кентом, яких ще треба пошукати.
Та й хто б не відкинув лапу в тій катівні, де заправляє тирана Ліна. Але все ж не будемо квапитись і відправляти Арчі до свого співкамерника. А краще самі відправимось до Яни, яка зараз в режимі ображена і не підходь. Ну і потім якраз позавтракаємо. Хорошо. Здравствуйте, Андрей Борисович. Здравствуйте, Кристина. А что ты здесь делаешь? Я поговорить пришел. Я ничего не понимаю. Что произошло? Яна на звонки не отвечает, сорвалась с Кристиной. Вообще, что происходит? Ладно, я в коридоре, да, подожду? Андрей, я не желаю тебя ни видеть, ни слышать. Яна, я хочу разобраться. Что происходит? Я вчера во всем разобралась. В том, какой ты кобель. Мне об этом кричат на каждом углу. Начиная от этой подстилки Карины и заканчивая Сонейкой. Знаешь, Андрей, роль влюбленной и наивной дуры – это не мое амплуа. Поэтому можешь ехать в свою Одессу, за Одессу, делать что хочешь и с кем хочешь. Блин, я надеялся, что правда не всплывет. Яна, те случайные эпизоды были далеко в прошлом. Тем более в тот момент мы с тобой были в ссоре. Ян, мне никто сейчас не нужен, кроме тебя. Вообще, откуда ты узнал это? У твоего прошлого очень грязный язык. Алло, Борисыч, не зупиняйся, благай далі. Прости, Яночка, не прости. Андрей, пожалуйста, не трогай меня. В любви я очень брезглива к измене. Ну, Яна, ну... Я очень брезглива к измене. И у меня нет гарантий, что ты мне будешь верен. А я очень себя уважаю, чтобы быть одной из. Ясно? И знаешь что? Ответь мне честно. Если бы ты был на моем месте, как бы ты поступил? Борисовичу, флеш-рояль проти тебе. Скажи щось, але без блефу. Говори правду. Честно? Так. Я бы ушел. Я так и поступила. Извини, Андрей, мне очень жаль. Но тебе лучше уйти. Прощай. Яна Портач. Спорить здесь бесполезно. Что делать? Как исправить ситуацию, я не знаю. У мене якесь дежавю. Невже знову сварка? Ну навіщо це перетворювати на хобі? А головне паскудство, друзі, у тому, що це лише початок дня. І попереду сьогодні ще буде, буде і буде. Сама Настя тільки чого варта. От лихо. Насік, ти ж тут? У цій реальності. Якся маєш? Щось пам'ятаєш? Башка болить, як будто би я тусила всю ночь на рейві. Я не пам'ятаю, що вчора відбувалося. Кажется, я приходила, но я не уверена. О, нормально так сестра Настю прокачала. Надо узнать в аптеке, бывает ли от этих таблеток такая чудовищная побочка. Бідна Настя, це ж не ранок, а просто якийсь політ у космос. Тільки без корабля і скафандра. От їй розум трохи її повело з орбіти. А тим часом на її сестру Аліну чекає досить земний сюрприз. Епі? Привіт. Привіт, ти такий сюрприз мені зробив. Я не мог просто дождатися і вирішив приїхати. Я приїхав сюди, все вияснив. Кто меня обманывает? Что происходит? Кто Алина? Кто Мила? Кто Настя вообще? А я не ждала тебя. У меня просто сегодня очень много дел. Ты простишь меня, если я не смогу провести с тобой время? Хорошо. Ну, покорми меня. Конечно, покормлю. Да? Идем, я в беседке накрою. Идем. Хорошо. Да, конечно. Идем. Бедося, он еще не знает, как зараз ей накрыть. Алина. Алина. Знаешь, я люблю крепкий кофе. И ненавижу, когда мне врут. Поговорим?
Чоловіка голими руками не візьмеш. Тут потрібні голі ноги. Та і це зараз навряд чи врятує Алю. І хоч у цій виставі головну роль зіграла Аліна, та квіти все одно дістались іншій, а саме Каріні. Спасибо большое. Ну нічого собі, сказав я собі. Паша образумився і прислав Каріні цвіти. От кого це такий букетик? Епіфанія. Он меня пригласил на свидание, и я не вижу повода отказываться. А как же Паша? А что Паша? Паша мне цветов по утрам не дарит. Карина, он тебя любит. Действительно любит. И почему же ты так в этом уверен? Да потому что вчера он сюрприз тебе хотел приготовить. Очень классный. Он переживал, нервничал. Жалко, Олег, избавь меня от этого. Ты можешь выслушать? Я Эпифанию прекрасно знаю. И с ним никакой любви не будет. Значит, не будет разочарования. А это меня устраивает. А? Любить я больше точно не собираюсь. Теперь будет только холодный расчет. Як же бідоласі почуття потріпали. Ще трошки, і Каріна зовсім на холодильник перетвориться. Щось Олежик вже замислив. Я їх соединю, чого би мені це не стоїло. Краще Олежка зайнявся тим, що добренько вміє, робити жінок гарними. Тоді шанс, що краса врятує світ, значно більший був би. А вірогідність того, що сам Олег у разі чого не буде крайнім, навіть не обговорюється. Зате з легкої подачі Алі епу ще, мабуть, на місяць вистачить, що обговорювати. Так що, заново познайомимося, да? Тільки без врання. Яке твоє настояще ім'я? Мила, ти знаєш. Аліна, я в паспорті. А Мила, мене мама покійна моя називала. Я дуже люблю це ім'я. А Аліна, мене сестра зове. Сестра. Настя? Настя. А откуда ты ее знаешь? Мне просто нужно понять, что ему рассказала Настя. И выкрутиться так, чтобы он подумал, что сумасшедшая она и что ей нельзя верить. Работали вместе. Рассказывала столько классных историй. Что мы с тобой встречались. У нас был роман. Довели почти все до свадьбы. Я тебя бросил. Смотри, какие фотографии она мне показывает. Что это такое? Ты мне можешь объяснить вообще, что это такое? Что происходит? Вы меня что, держите за дурака? Что, молчишь? Если он думает, что он прижал меня к стенке, то он очень глубоко ошибается. За что? Чей пупыть все отримав? Ну нормально. Теперь мне все стало понятно. Наконец-то все встало на свои места. Что именно? Да Настя из-за тебя с катушек слетела. Ты понимаешь это или нет? Теперь давай ты мне отвечай на вопрос. Ты спал с Настей? Дурдом, Василка. Та після того, як Аліні все встало і дружно пішло по своїх місцях, нам з вами доведеться ще й епо провідувати в психушці. Та таке витримати під силу хіба що Віслюку, бо він буде вперто стояти на своєму. Ну, власне, як зараз Біня і Володькович. Ну, а если два человека пропало, мы будем сидеть просто? Что? Та он кого вони сахаються, як чуми. Ой, дитячий садок, чисте слово. Олеже, зараз різко повернись, бац, і влаштуємо несподіванчик. Ще доберусь до них, устроїмо райську свадьбу. Фу, пронесло. Слава Богу. Да, но вечно скрываться мы от него не сможем. Надо выбирать либо свадьба, либо дело. Або детективы научились зливатись с интерьером, або Олежику геть повылазило. Ксюшо, гутен морген. А что вы делаете? В прятки играем. С Олежкой. А, понятно. Ксю, а что это? Рубашка Оза, что ли? Что это такое? Да, я просто хочу сказать Саше спасибо. Он меня вчера так выручил. Но с теперешними нашими отношениями мне нужно искать повод. Девчонки, я пойду. Ты Альбин, пока. Ты? В клуб пойду, может, там разузнаю. Ну, наберешь, хорошо, хорошо. Да, пока. Ксю, может, это, конечно, не мое дело. Дай Озу шанс. Он, я его знаю, как никто. Лучше всех знаю. И это не тот уже балагур и дурачок. Он изменился очень.
Я знаю. Ну, начебто все гарно кажуть. Не розумію тільки, навіщо забирати у чувака сорочку, щоб йому ж потім подякувати. От жінки. Можна? Так, звісно. Я твою рубашку принесла. А, то вон воно як схема працює. Я сам взяв Ксюху, не стоило, я би принес, занес, ну, забрав взагалі. А що ти робиш? Мультики рисую. Мультики? Ну, я когда с Аришкой сидел, начал практиковать, вот блокнот завел. А как это мультики получается? Смотри. Покажу. Работает все просто. Ничего себе! Да, была бы другая бумага, оно бы ярче было, но... Ты очень талантлив. Талантливый, но недостаточно взрослый. Класс. Саш, да? Спасибо тебе большое. Ты меня очень выручил. Да, Ксюха, я тебя умоляю. Бодя объяснил ситуацию, ну, а я уже тебе не мог не помочь. Спасибо. Спасибо за рубашку, Ксюха. Я еще тут порисую немножко, хорошо? Просто когда один, как-то оно все лучше идет. Спасибо еще раз. И тебе спасибо. Я не знаю, что на Сашу нашло, но сегодня вечером я все выясню. И не позволю ему уйти от ответа. И если он действительно меня любит, то скажет, что происходит с нашими отношениями. А відбувається те, що всі зациклені на якихось непотрібних словах і вчинках. І геть зовсім не звертають уваги на почуття. А в таких питаннях все ж краще їх враховувати насамперед. А для Аліни першочергове питання зараз – як вибілити свої брехні? Эп, я не слышу. Ты спал с Настей? Да. Это просто был секс без обязательства. Это... Мы даже не знакомы были. Это до тебя. Да вообще, при чем здесь Настя? Так она больная. Я же тебе рассказывала. Я же тебе говорила о том, что она была влюблена, что все шло к свадьбе. А потом он ее бросил. Нет. Это не то, что она мне говорила. Она сказала, что она сама сбежала. Это вот пару месяцев назад было. Тихо. Ох, сейчас. Она тебе не рассказывала душещипательные истории о том, как она ищет отношения, их находит, доводит их до свадьбы и потом рассказывает всем огромные истории о том, как ее просто уничтожают, убивают, лупят и так далее. Не рассказывала она тебе этих историй, нет? А если Лина на самом деле она права? Настя какая-то сумасшедшая. Я помню, как она сбежала со свадьбы, эту историю. И тогда мне было все как-то непонятно. Ты знаешь его? Да надо девочка. Одну из столько выпить. Откуда? Настя, давай, аккуратно. Может, у родственника есть? Давай, пожалуйста. Настя очень жесткий манипулятор. И самое страшное, что она верит в то, что выдумывает. И она готова просто сделать все для того, чтобы уничтожить мужчину. Был у нее Богдан, который чуть... своего ребенка не лишился. Да и вообще, было очень много этих мальчиков. О, та вона ще й Бодю згадала. Я б все одно ни за що в це не повірить. Чёрт, это все похоже на правду. Я не пойму, почему это все крутится вокруг меня. Она спала с тобой, а потом увидела нас вместе. Увидела нас вместе? Да, это из-за этого ее просто разрывало. Когда? Ночью, когда ты оставался у меня. Эп, это все из-за тебя. Это все из-за того, что вы переспали, ты понимаешь это? Она просто повернулась на тебе, она зациклилась на тебе. Боже мой, бедная девочка. Слушай, прости, честно, я не знаю. Прости, пожалуйста. Настя очень опасный человек. Идем, я тебя покажу кое-что. Народ, ви зараз думаєте про те саме, що і я? Але ж це повний абзац, бо не може одна особа змусити вірити всіх навколо, що вони не сповна розуму. Чи може? Чесно, я вже навіть сумніваюся у своїй адекватності. Зате дуже змахує, що Бодю зараз взагалі жоден сумнів не колише. Похоже, я кого-то розбудив, да? Ну, добре утро. Кофе в постель? В
чашку було б значно краще. Спасибо. І завтрак. Тоже в постель. Надеюсь, ты не против? Ну, от такого не отказываюсь. Отлично. Так, ну, приняла меня вроде хорошо. Значит, сейчас я сделаю завтрак, и все будет отлично. Как кофе? Хороший кофе. Рецепт тоже хороший. А? Что-что-что? Ничего. Не расслышал. Может, на ушко повторить? А я знаешь, что перед обрядом обычно делаю по утрам? Расскажи. Утреннюю гимнастику. Да. Слушай, давай я приготовлю, потому что сейчас тут будет вся кухня в этих продуктах. Да? Да, давай. Заодно покушаешь. О, обожаю кушать. А гимнастка разочарована залишилась. Так, салат. Слушай, у меня стендап вечером. Мне, наверное, в душ пойду, мне еще надо материал повторить. Хорошо, давай. И все такое. Ты потом закроешь за собой, да? В смысле закрою за собой? В смысле? Коромысли. Дверь закроешь потом? Ну, пожалуйста. Хотел все сделать красиво, помириться, но, видимо, после вчерашнего это сделать будет не так уже просто. Не будь, тут инше треба. Виявляється, витрачатись не обов'язково було. І почуття шукати теж. От Боді і побував у власній шкурі. Коли від нього дівчата тепла чекали, так як перед опалювальним сезоном не чекають, а він просто зачиняв двері. От тепер сам до ручки й дійшов. А Аліна зараз і Епіфанію доведе. Це вже та справка із больниці. Я її збирала вчора. Скажи мне все. Что происходит? Мне нужно верить, честно. У Насти проблемы с наркотиками. Она подсела на них, когда была в больнице. И теперь при каждом нервном срыве она закидывается. Когда умерли наши родители, я стала ей как мать, и мне очень больно от этого, и я чувствую большую ответственность и свою вину в том, что я не досмотрела, не уберегла, и... Успокойся, успокойся. Ну, господи, как все это безумно! Но я верю Алине. Верю. Давай я найду хорошую клинику, ее там будут лечить. Я себя чувствую виновата в этой ситуации. Пожалуйста, послушай меня. Нет, да, я помогу. Это наше семейное горе, и она тебя не послушается. Поэтому я к ней сегодня поеду и попрошу ее, чтобы она вернулась в лечебницу. Мне нужно забирать. Ну все, панове. Еб буде наступний, хто поруч з Арчі сяде на ланцюг. Сработало. Епіфанія теперь у меня на поводке. Бачите? Аля вже навіть не намагається це якось приховати. Хоча вже, мабуть, немає сенсу. Хто ж їй скаже, не зупинить? Ех, давайте відволічемось і краще заглянемо до Ріти. Привіт. Привіт. Стопе, а чого він тачку не викрав? Как твой иностранный партнер? О, благодаря тебе сделка прошла просто отлично. Я рада. Спасибо тебе, ты просто чудо. Так, держи машину в целости и сохранности. Цікаво, чим Ріта керувалась, коли клюнула на нього? Він такой шикарний. Ясно, ну, нічим то нічим. А ти не хочеш, може, зайти ко мне домой і відпраздновати это? Слушай, я дуже сильно спішу. Не ждет такси, да, завтра? Ну ладно. Давай, все. Пока-пока. Пока. Угу. Щоб я так жив. Таксі. Сподіваюсь, зараз цей шикарний дійде до того таксиста і нам трохи все проясниться. Марк, зря ти этой курице тачку віддав. Якщо на деньги, хоч би тачка у нас осталась. Ром, да все буде нормально. Я сейчас прошел тест на доверие, отдав ей машину. Теперь я буду поближе к ее папаше. А там мы его разведем на такие деньги, что ему и не снилось еще. Все будет хорошо. Как знаешь, Марк. Поехали.
Ну що це виходить? Що чесною працею на таку таксу заробити не можна? А просто не день якась суцільна смуга розчарування. Пропоную звертатись цього шляху. Тільки дивіться на всі боки, коли робите маневри на дорозі до успіху. Бо на крутих поворотах може занести. Здравствуйте. Здравствуйте. А ви хто? Я флорист. А що це таке? Це вінок. Який вінок? Ви що? На мероприятие. Какое мероприятие? Вы что? На похороны Альбины и Саши. Боже, вы свалили. Кто-то нас уже помер, кого отпевать будем? Что вы? О боже. Это я заказал этот венок. Ну я, наверное, перепутал что-то, я не знаю. А ты мне ничего не хочешь объяснить? Что это такое? Все нормально, успокойся, выдохни. Я спокойно, хорошо, да, Олег, что это такое? Что ты наделал? Что так, ты? Зай, ну успокойся, я это наделал, я тебя перепутал. Я тебя перепутаю, да. Сейчас так перепутаю, я зараза, ты такая. Как? Да, что ты наделал? Да. Ты нормальный человек, что ты такой, Олег? Ребята, так, а что происходит? Саша, что происходит? Меня убить. Я тебя убью. Ну вот, а в нас же и веночек есть. Что, Альбин? Он, вот его. Вот я это на исправлю. Нашу свадьбу заказала, Саш! Ну успокойся, я исправлю! Что ты, Олег, что ты в своем уме? Ты, что это ты такое? Ты уволен, Олег. Все, понял меня? Не переживай, не переживай, все будет нормально, не переживай. Не, ну подождите, ну как уволен? Ну из-за одной маленькой крохотной ошибки вот, увольнять меня или что? Я же хотел свадьбу сделать классную для друзей. Ребята, так вы венок-то брать будете? Как? О, боже мой, какой венок? Вы с ума сошли, извините, что ли? Какой венок? Произошла ошибка. Господи. Не будем брать. Зачем он нам? Боже. Извините. Олександре Володимировичу, це ви зараз за що там вибачились? За те, що лишились живі? Але немає причин скиглити, бо ми ж оптимісти. І будемо вірити, що венок ми понесемо на поховання наших проблем. Добрый вечер. Ты что, мне футболку купила, что ли? Праздник у нас. Что, переодеваться, что ли? Окей. Понял. Что за праздник сегодня такой? А? Алло, почему ты поехал? Гулять, что ли, с тобой куда-то ходил? Знаешь, если бы ты меня расколола, мне было бы как-то попроще переодеваться, чем через ошейник. Собственно говоря, если мы идем гулять, ну то спасибо. Блин. Здрасте. Было бы лучше. Вот. Ты что ж такое? Я не могу понять, Аль, что случилось? Что ты молчишь? Что-то случилось, что ли? Алло. Алло. Александр Владимирович? Да, я. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы вчера приходили, искали Артура. Есть какие-то новости? Их видели с Настей в Киеве. А более подробно можете рассказать? Я могу помочь вам их найти. Когда они придут к ней, они увидят все необходимые улики, которые доказывают, что Настя причастна к пропаже Артура. Скорее всего, к его смерти. А тем временем Артур будет кормить рыбок на дне реки. На дні? Зараз, ну як, зараз, чекайте. Щипаю себе. Ауч! Ні, точно не сниться. Стривайте, невже таки вона це зробила? Та не може бути. Так, я взагалі відмовляюсь у це вірити. Я на Дніпровську. Все гаразд, цього не сталося. Саш, ти можеш мені, пожалуйста, допомогти? Саша! Сука, стоп. Ксюша теж вирішила влаштувати в домі не то сюр, не то приз. Подожди. Я хочу перед тобой извиняться. У тебя нету поводов извиняться. Саш, я знаю, что я очень долго думала. И, наверное, нужно мне было тебе сразу все сказать. Ксюша, не оправдывайся, Саш, пожалуйста. Можно я скажу? Это действительно очень важно.
тоже тебя люблю. И я хочу, чтобы мы были с тобой вместе. Я тебя люблю. Но... Что «но»? Ты думала, я думал. И ты абсолютно права. Я не серьезный, я не тот, кто тебе нужен. Саш, почему не серьезный? Ты вчера сделала самый мужской и самый серьезный поступок. Вчера, Ксюша, я просто умело исполнил роль Богдана. Не больше. Я не готов зарабатывать для семьи. У меня работы нет. Я не та опора, которая тебе нужна в жизни. Пока предлагаю нам остаться друзьями. Друзьями? Нам с тобой, да? То есть, все, что ты мне говорил, все твои признания мне просто взять и забыть, да? Сделать вид, что ничего не было, да? Да. А друзьями, Саша, мы с тобой не будем. Робіть ще раз глибокий вдих і повільний видих. Втрат нам на сьогодні точно досить. Життя продовжується. Гайде до Настя. Фармацевт вообще сказал, что это витаминный комплекс, у которого нет противопоказаний. Ну окей, буду пить дальше. Хотя эти жесткие отходники какие-то, наверное, после больнички просто. Настя, тебя что-то турбует? Что-то странно. Мне казалось, что эта таблетка какая-то белая была. Или я что-то путаю. Птичка моя любимая, привет! Привет! Оп, а я тут тебе принесла пирог. Да? В качестве своих извинений. Спасибо. Он с брусникой. Мой любимый. Как ты любишь, как в детстве. Спасибо, проходи, пожалуйста. Тю, а что, пирога с наркотиками не было? Шкода. И давай режь пирог, потому что он еще теплый. Класс, теплый. А я пока вещи свои разложу. Хорошо. Как ты чувствуешь себя, бледная такая? Да ты знаешь, что-то как-то, мне кажется, от этих таблеток мне только хуже. Ну, это организм так реагирует, просто все нормально. Наверное. Такой вкусный, слушай. Да. Очень вкусный пирог. Через 5 минут эта волшебная пудра начнет действовать. Ой, а что это у тебя тут упало? Такое футболка какая-то. А что, это кровь? Да, это кровь. Нужно идти в ва-банк. Теперь я сестричке расскажу всю правду и доведу ее до полного сумасшествия. А откуда на ней кровь? Ну, это кровь человека, которого ты убила. Заради цікавості давайте глянемо, як там еп. Бо знаєте, отрути бувають різні. Одні діють швидко, інші – повільно. Просто переконаємось, що з ним точно все офтіст. Сейчас скажу Карине, что хочу заняться нашим горячим сексом. Она откажется, даст мне по лицу. Я выйду с этой игры, и Паша останется победителем. Ну, хоть трохи и втратив усі орієнтири, зате цілий и неушкоджений. Не понял, а ты что делаешь здесь? Я? Да. Я здесь с Кариной встречаюсь. Это я встречаюсь с Кариной. Может, она хочет просто с двумя встречаться, да? Или хочет нас обоих. Это вариант хороший. Знаешь, Эпик, это даже слишком для тебя по-извращенски звучит. Я понял. Ты просто стесняешься быть третьим. Да что ты. Или стесняешься просто своего маленького паблиту. Скажи мне, ты что, озабочен или что? Мне с этим проблем нет. Может, у тебя проблемы? И у меня проблем нет. Ну, да, я тебя успокою. Хорошо. Для каждого маленького паблиту найдется своя норочка. Ну, это не Каринина. Я тебе вот так... А что, ну, все... Не мог закадрить девушку, знаешь почему? Потому что ты не мужик. То есть таким образом ты решил меня вывести из игры, да? Зачем тебе это?
а? Это ты, ты видишь? Да ты что, ты ненормальный вообще псих, больной. Паш, Паша, Паша. А девушка твоя бьет сильнее. Паш. Пока, Паблито. Паша дрался из-за меня. Наверное, у него действительно есть ко мне чувства. Какого человека, Алин? Кого я убила? Ты что говоришь такое? Ну, а Артура, который тебя мутит наркотики. Просто ты решила забыть об этом. Какого Артура? Я тебя не понимаю. Ты меня пугаешь. Тш, моя родная, присядь. О чем ты говоришь вообще? Присядь, пожалуйста. Мы сейчас в какую-то игру непонятную играем. Я просто... Да, мы играем в игру. Помнишь, как в детстве? А, правда-неправда. Существовала у нас всегда такая тоненькая-тоненькая грань, но ты никогда ее не выкупала. Я не понимаю тебя, о чем ты говоришь? Сконцентрируйся. Что ты делаешь? Сейчас будет волшебство. Какое? Этот пирог? Он не только с брусникой. Там еще есть очень интересная присыпочка. Такая наркотическая. Алин, да ты что вообще такое говоришь? Мне страшно. Слушай, подожди, меня. Я не понимаю. А еще эти дни я пичкаю тебя таблеточками, которые мне давали в больнице. А еще, моя прекрасная и дорогая сестричка, я знаю о том, что ты спала с Эпифанием, что ты влюблена в него. А знаешь еще, что я знаю? Что ты ответишь за это. Алина, да ну что ты такое делаешь? Пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Просто ты не понимаешь, ну там же были нюансы. Нюансы были. Нет, это не Аля, это не Аля. Она не может такого мне говорить, она же моя сестра. Народ, інколи я не дуже добре думав про Настю. Та зараз мені просто по-людськи її нереально шкода. Відважитись піти на все заради сестри, яку вона щиро любить, і в результаті через це неадекватом стати? Ей, де справедливість? Паш, точно все хорошо? Може, скорою все-таки? Ні, все нормально. Все хорошо. Давай лучше таксі визови. Блин, я поговорить с тобой хотел. Да, давай поговорим, только давай дома. Хорошо? В тему эта вся ситуация. Если бы я знал, что драка с Эпифанием поможет мне вернуть Карину раньше, то это бы столько времени мне сэкономило. Тебе Андрей Борисович звонит? Очень вовремя. Да. Алло, Паш, привет. Да, Андрей Борисович. А ты где? В Одессе, в офисе. Как обычно. Ты учишься, да? Да, работаю. Паш, ну я тоже в Одессе, я тебя приехал проведать. Но я что-то тебя не нахожу в офисе, не вижу тебя. Андрей Борисович, я за кофейком выбежал ненадолго. Да? Ага. Да, да, да. Ну, я бы тоже от кофе не отказался, Паш. Возьмешь? Я вам могу взять. Да, и посмотри налево. Что сделать? Налево посмотри. Оглянись. Привет, одессит. Можете поздравить меня. Теперь мне точно конец. Паша. Паш, а все нормально? Давай дома поговорим. Хорошо? Хорошо. Та я навіть не здогадувався, що Каріна може встати без крику і скандалу і просто тихенько піти. Іноді це найкраща підтримка. І Пашку вона точно знадобиться. Та й не тільки йому одному. Давай все обсудимо. Що ми обсудимо? Мені вже Степаня все розказав. Він мені розказав, що ви з ним спали. Да ти не розумієш, він же не любить тебе, Аліна. Він не любить тебе, а кого? Він тебе любить, може бути? Кого? Да никого он не любит, ты ему не нужна, послушай, не нужна ты ему. Да это ты тогда, моя родная.
Алина, прости меня, прости, но ты не понимаешь. Да дело даже не в тебе. А в ком? Да ты не понимаешь, у него другая женщина. Дело, другая женщина. Дорогая моя, послушай, пожалуйста. Алина. Это ты не была никогда нужна мне. Это я тебя использовала, моя хорошая. Я сделала все для того, чтобы ты вошла в круг его доверия. Я тебе дала свое свадебное платье для того, чтобы ты затусила в этой квартире. И чтобы делала все, знаешь для чего? Для того, чтобы я была вместе с Эпом. Да замолчи, пускай она просто замолчит. Я уже не могу это слышать. Я не могу, пускай она заткнется. Это неправда. При чем тут ты? При чем тут я? Он никому никто не нужен. У него другая есть. Боже мой, как ты не понимаешь? Он же выбросит тебя, как уже выбрасывал. Да я выброшу тебя. Я выброшу тебя, как тряпичную куколку. Алина, ну перестань, пожалуйста, прости. Перестань, боже. Я же знаю, что ты меня любишь. Ты простишь меня, пожалуйста. Досить вже цих знущань. Невже навіть немає кого чекати на допомогу? Це ж треш. Коли вже настане завтра? А щоб не розпускати нюні, давайте всім на зло будемо сміятись. І я знаю, хто нам може допомогти. Раз, раз, три, два, раз. Добрий вечір! Большое вам спасибо! С вами что? Пятничный стендап. И кто? Правильно, Наташа Волкова. Давайте, есть в зале девочки, да? Девочки, дайте голос. Привет! Давайте с вами побеседуем о Навале. О чем? О мужчинах, правильно? Да глупо было обижаться на Наташу. Мне было с ней хорошо. Ей со мной, я думаю, тоже. Почему это все не повторить? Хочется, чтобы как, да? Чтобы был мужчина. И вот он пришел такой весь мачо-мен, да? Чтобы он взял тебя и так тебя жахнул, чтобы ты потом не то что ходить не могла, ты в спортзал прекратила ходить, потому что у тебя крепатура глобальная на месяц. Но этого нет. Потому что вот у меня недавно вот был случай, значит, мальчик весь красивый, значит, приводит меня домой, я-то что думаю сейчас будет происходить? Тару-рару. Но нет! Ничего. Вообще. Просто полтора часа сопливого чёса, полтора часа рассказов о том, какой он бедный, какой мир бедный, тыры-пыры, трали-вали. Я уже сижу, думаю, я готова, ноги побрила, колготы надела, бельё новое. Нет! Просто ничего не происходит. Я, фух, думала, изнасилую. Но тут он ушел. Просто в какой-то момент пропал. Я думаю, ладно, опасность миновала, но он с утра возвращается. И что он сделал, ребята? Нет, не предложение. Нет, он сделал мне омлет. И хотелось ему сказать, жарь меня, не в свои яйца. Понимаете? Не, ну это нормально вообще. Да я же просто поговорить пришел. А кто это у нас тут? Бам! Дайте похлопаем, это же герой нашего не романа. Это же наш Богдан. Подожди, ну не уходи прям так сразу, да, постой. Хотелось бы от себя и от всего женского коллектива дать тебе совет. Используй Богдаша просто не по назначению, а не как носовичок для соплей. Спасибо, Наталья. Пожалуйста, большое. Наташа Волкова с вами. Добрый вечер. Ненавижу. Ну, те, що Наталі не приколі, це і так ясно. До речі, від Боді і всієї чоловічої половини тобі порада. Користуйся Наталю не тільки простирадлами за призначенням, а хоч інколи і почуттями. Може, тоді і з'явиться той, хто схоче постійно тебе жарити. А знаєш, що я знаю? А я знаю то, що ти сядеш в тюрму за убійство, которое ты не совершала. А знаешь почему? Потому что убийство. Ты любишь меня. Ой, убийство. Но ты не сядешь. Алина, что ты несешь? Я тебя тупо не понимаю. Ты же любишь меня, я знаю. Я люблю ты тебя. Ты меня простишь, ты должна меня простить, Алина. Давай, знаешь, как сейчас договоримся? Давай сейчас сделаем такую быструю-быструю вещь. М? Маленькая
глупенькая девочка. Она думала, что я ничего не узнаю? Нет. Алло. Алло, Александр Владимирович. Что-то случилось? Алин. Приезжайте, пожалуйста. Мне кажется, что она его убила. Я понял, выезжаем, ничего не трогайте. Насправді, бувають такі речі, які взагалі не варто чіпати руками. Особливо, якщо ці руки людини, якій байдуже. Байдуже і все. Проєкт в Одесі я закриваю. Ну, а ти уволю. Чи можна назвати всі ці речі? Важко сказати. Та одну таку річ, яка об'єднує нас геть усіх, назвати все-таки можна. Хтось може розсміятись, мов дитина, коли за всіма масками у ньому розглядають не тільки стерво, а ще й любов. Ще хтось може плакати, ридати, але цим мало допоможеш, бо розгледіти справжній вміст душі крізь майстерну фальш буває важко. А хтось, частенько не витримуючи натиску, може взяти на себе і грішок. А потім каятись і знову грішити, і знову по колу. Я тебе ревновав, Соня. Можеш уже не ревнуватися. Але душа настільки вразлива, що можна навіть нею відчувати. І якщо ви зазирнете будь-кому в очі, то побачите там душу, якою руками краще не торкатися. Ого. Саш, а це точно та квартира? Ну да, мені адрес Аліна дала. Пойдем? Пойдем. Настя! Аліна! Тьма, акуратно. Аліна! Девочки! Альбин. Алін! Альбин! Что? Что? Ванную проверь. Чисто. Саша! Что-что? Оп. Так может Настина? Нет, Саш, это мужская футболка в крови. Телефон. Тоже Артура. Покажи. Да, это, по-моему, Артура. Вызывай полицию. Большой город, в котором собой.